артиста балета происходит такой роман с зеркалом. На самом деле, вы знаете, это мука смотреть на себя, видеть то, что ты видишь, и все время исправлять, добиваться лучшего, бесконечно втягивать живот, держать поясницу, искать эту талию, выстраивать положение позы, шеи. Это все совершенно иначе на самом деле, чем кажется со стороны тем, кто не очень близко знает балет. Когда ты можешь остановиться и зафиксировать какую-то позу и увидеть ее в зеркале, да. Но когда ты двигаешься без глаза педагога, профессора, учителя, ты не в состоянии адекватно себя оценивать и как-то менять то, что ты бы хотел поменять. Поэтому, конечно, без личности человека, сидящего в зале и работающего с тобой, без его видение, без его взгляда, без его восприятия, вообще самого движения. Практически работа артиста балета неполноценна. Все остальное отодвигалось. И звучал этот ритм музыки, звучала такая... Я становилась как сжатая пружина. И уже дальше я как-то двигалась, гримировалась, разогревалась уже в ритме этой музыки, которая звучала у меня в ушах. И эта музыка меня настраивала на определенное настроение. Так что мне было все равно. Где-то что-то, какие-то ошибки могут произойти, какие-то моменты, которые отвлекают, которые выбивают, которые расстраивают во время спектакля, когда ты теряешь возможность руководить собой, руководить ситуацией, когда ты теряешь возможность погрузиться вот в музыку. Почему? Наоборот, она такой профессионал, что легко, наоборот, она все помогает, все знает. Себя на это, наоборот, приятно. Я тоже высокий. Мой рост. Другое дело, что таких сильных эмоций, которые требуются на сцене от героини, и чтобы их
выразить очень хорошо. Мало быть самому эмоциональным. Это нужно пластикой все показать зрителю, до конца быть в себе, до конца понимать, где твои руки, где твои ноги. И поэтому, когда тебя разрывают эмоции, нормальные, человеческие, при этом ты должен быть в контроле и в договоренности со своим телом. Это очень сложно. После спектакля так устаешь, как будто у тебя высосали все соки.